Привет, с вами Алекс Гейч. Прошел всего лишь один день с выпуска видео о приложениях на моем айфоне, но по комментариях я уже успел увидеть, что обзоры приложений интересны очень многим, и понял, что те три приложения, которые я показывал вам вчера, станут только стартом обзоров всех новых приложений на моем канале. В сегодняшнем выпуске показываю еще три приложения, отлично дополняющих прогис с предыдущего видео. Помните, в позапрошлом выпуске я рассказывал о приложении Afterlight для обработки фото? Так вот, я нашел бесплатный аналог данной утилиты – Avery. Это не менее функциональный фоторедактор, который позволяет быстро, легко и, главное, без суеты обработать снимок. В нем сочтены все необходимые инструменты, и даже столь интуитивные настройки сделаны так, что любой новичок сможет обработать фотографии. Здесь для вас есть и рамки, 12 бесплатных фотоэффектов. Также, если захотите какой-либо из платных наборов, а тут их много, то за один придется заплатить 66 рублей. Присутствуют и забавные стикеры, параметры цветового баланса, яркости, контрастности, температуры цвета. К тому же разработчики Avery позаботились и о активных пользователях ВКонтакте. Есть функция создания мемов из фотографии. Видите, вписываете верхнюю и нижнюю подписи, и мем готов. Следующее интересное приложение, с которым я недавно встретился в App Store – FaceTouch HD Pro. Оно сейчас считается одним из топовых приложений американского App Store. Это неудивительно, ведь каждый хочет немножко изменить свои фотографии, добавив туда эффекты, прибавив различные объекты. Например, при помощи данной программы можно надеть на себя шляпу, парики, модные аксессуары и так далее. Особенность данного приложения заключается в том, что все встроенные инструменты, шляпы, волосы, усы, которые вы будете добавлять к фотографиям, ничем не отличаются от оригинала. Главная особенность этого приложения в том, что здесь очень интуитивный и понятный дизайн. Попадали ли вы когда-либо в такую ситуацию, когда требовалось сосканировать документ и отправить его кому-то на e-mail или ВКонтакте? С таким вы 100% сталкивались. Установив приложение Abby Fine Scanner, вы получаете мобильный сканер на вашем айфоне. Это значит, что домашний сканер вам больше не потребуется. Самое главное, при совершении снимка бумаги обеспечьте хорошее равномерное освещение без бликов. Дождитесь четкой фокусировки камеры и старайтесь избежать дрожания смартфона. Сделали снимок, нажимаем «Далее», выделяем наш документ. Еще раз жмем «Далее». И тут можно перевернуть скан и выбрать любой из двух эффектов – черно-белый и цветной. После чего нажимаем «Далее», подписываем документ. Нам предлагают форматы А4, А5, US Letter и US Legal. Нажимаем «Готово». Программа сама предлагает способы отправки документа, это email, экспорт в облачный сервис и другие, один из которых должен вам подойти. С вами был Алекс Гейч. Пишите ваши комментарии о приложениях, показанных в этом видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой Twitter, вступайте в мою группу ВКонтакте и не забывайте подписываться на мой YouTube-канал для следующих видеообзоров. Пока!